На территории предприятия Волгоград Автотранс по улице Автомобилистов 2Б зафиксирован факт оборудованного на предприятии места слива жидких бытовых отходов, существующие без разрешительных документов, самовольно. На месте сброса были отобраны пробы лаборатории концессии водоснабжения, будет проведен химический анализ. После сброса ЖБО попадает в сети концессии водоснабжения. Проводится проверка, на место сброса ЖБО вызваны сотрудники полиции.